Добро пожаловать на наш канал Airgun Midi. Сегодня вашему вниманию представляем гладкоствольное охотничье двухствольное ружье от итальянской фирмы Sabetti, модель Falcon с одним спусковым крючком. В комплект поставки входит сертификат соответствия, документация к ружью. Отдельно в пластиковом кейсе чоковый ключ и три дульные насадки. Антапки. И само ружье, которое поставляется в разобранном виде и дополнительно упаковано в полиэтилен. Название Falcon означает «сокол». Это название отражает и основное предназначение ружья, которое идеально подходит для охоты на птиц. Ружье имеет уникальную конструкцию, работающую точно и надежно. Также в комплект входят сертификат от производителя и паспорт изделия. Цевье и приклад выполнены из ореха. На цевье и рукояти нанесены насечки для повышения контроля над оружием. Стволы выполнены из хром-молибденовой стали. Затвор выкован из никель-хромового блока. Сверху над стволами имеется вентилируемая прицельная планка. Мушка выполнена из латуни. На конце стволов имеется внутренняя резьба для установки дульных сужений. Патронники и каналы стволов хромированы. Затыльник выполнен из твердого пластика. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо снять цевье с помощью рычага, отодвинуть запорный механизм и установить блок стволов в колодку. Работа запорного механизма точная и без люфтов. Все детали тщательно подогнаны друг к другу. Соответственно, и надежность и качество на высоком уровне. Взвод ружья осуществляется с помощью перелома стволов. Неавтоматический предохранитель блокирует ход спускового крючка. Также он совмещен с селектором для выбора очередности выстрела, так как на данном ружье всего один спусковой крючок. Патроны устанавливаются в патронник. Данная модель отлично подходит для ходовой и промысловой охоты на птицу, а также для спортивной и тренировочной стрельбы. На ружье присутствует автоматический экстрактор, который выстреливает стреляные гильзы. Приобрести Sabetti Falcon вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.